Что касается мяса, специалисты бьют тревогу. Около 90% всего, что реализуется на торговых точках города и области, производится в частных подсобных хозяйствах. И именно эта продукция привлекательна для покупателей нашего региона. Однако с ней существует ряд проблем. К примеру, некоторые производители работают нелегально. Главной же проблемой остается введение санкций на некоторую зарубежную продукцию. Ведь, несмотря на запреты, иностранные производители умудряются экспортировать продукты, но с рядом нарушений. Есть угроза заноса такого нелегального путем, так сказать, посредством реэкспорта через третьи страны, через, к сожалению, те же страны наших участников таможенного союза, через Белоруссию и Казахстан. Поэтому здесь мы устраиваем работу во взаимодействии с Россельхознадзором, все-таки вот границы транспорта – это их полномочия. Но что касается контроля на территории, то здесь, конечно, мы осуществляем обмен информацией, работаем с ними по пунктам предварительного уведомления, для того, чтобы минимизировать вот эти риски и угрозы.